Более 1500 доз альфа-ПВП изъяли сотрудники Витебского наркоконтроля у троих сбытчиков зелья. Известно, что троица, а это молодые парни возрастом от 20 до 23 лет, работали на один интернет-магазин. При этом география их закладок не ограничивалась областным центром. Более 40 тайников удалось обнаружить также и в Новополоцке, Орше и даже Могилеве. Известно, что изъятый товар оценивается в сумму более 20 тысяч рублей. В настоящее время все задержаны, возбудили уголовное дело по статье 328, часть 3. Все люди сейчас находятся в СИЗО, избрана мера пресечения заключения под стражу. Дальше устанавливаются их преступные связи. Не исключено, что задержанные могут быть участниками более крупного наркосиндиката. Сейчас это предстоит выяснить. Санкции статьи, которая вменяется подозреваемым, предусматривает до 15 лет лишения свободы.